Мы не можем показывать лицо офицера. Это связано с его профессиональными требованиями. Зато можем спросить у него, почему решили организовать бесплатные тренировочные занятия по выживанию в экстремальных условиях для всех желающих. Очень много вопросов возникало по быту. Что с собой взять? Да? Какие средства бронезащиты существуют? Что взять с собой из одежды? Что взять с собой из медицины? Не покупать лишнего, за что-то не переплачивать какие-то деньги. Вот исходя из этого и был сформирован как бы сегодняшний семинар занятия, где мы покажем и объясним людям не только предметы и экипировку, которую мы туда с собой берем, да, но у нас представлены здесь, как вы видите, да, даже средства индивидуальной бронезащиты. Боевой офицер выступает в роли инструктора, учит, что военное искусство – это умение не только метко стрелять, но и ежедневно преодолевать бытовые трудности. Быт военных очень похож на туристический, поэтому и одежда примерно из тех же материалов и формируется по тем же принципам, разве что с поправкой на цвет. У военных она, разумеется, защитных оттенков. Значительная часть лекции посвящена обуви. Старая солдатская мудрость про ноги, которые нужно держать в тепле, до сих пор в почете. Офицеры спецназа долго и терпеливо объясняют, какая экипировка не подведет, от чего стоит отказаться еще на старте. На лекции разбирали содержимое аптечки и показывали, как правильно пользоваться ее начинкой. Здесь же рассказали, почему не стоит вынимать из броников защитные пластины, как пользоваться тепловизорами, прицелами и средствами наблюдения. Подобные занятия планируют сделать традиционными и проводить каждую субботу. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости.